В Москве госпитализировали актера Александра Панкратова-Черного. По сообщениям ряда источников, он почувствовал себя плохо сегодня утром на детской площадке, расположенной на Французской набережной. У артиста случился обморок, поэтому пришлось вызвать скорую. 69-летнего актера доставили в одну из больниц. Его состояние оценивается как тяжелое. Панкратов-Черный находится в реанимации, за его жизнь борются врачи. Сообщается, что в последние дни он жаловался на низкое давление и слабость. Позднее ряд источников сообщил, что артист просто перегрелся на солнце, поэтому ему стало плохо. А его жизни ничего не угрожает. Александр Панкратов-Черный попал в больницу. Фото Lijin Media. Ранее артист особо не жаловался на здоровье. У Панкратова-Черного был насыщенный график гастролей по стране. Однако в прошлом году актер все же обращался к медикам из-за проблем с пальцем. Поговаривали, что у него диагностировали заболевание, которое грозило потерей подвижности руки. Тогда супруга Александра Васильевича Юлия опровергла информацию о предстоящей операции на конечности. Много лет Панкратов-Черный счастлив в браке. Юлия Монахова, дочь известного кинооператора, смогла принять актера со всеми его недостатками. Она заботится о нем и старается следить за тем, чтобы он не попадал в скандальные ситуации. Недавно именно Юлии пришлось объяснять журналистам, почему Панкратов-Черный вел себя излишне громко на борту самолета. Тогда актера сняли с рейса и обвинили в том, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Панкратов-Черный не раз признавался в любви супруге: «У моей жены железное терпение. Я ведь человек очень непростой, вспыльчивый, эмоциональный. Не люблю, когда мне мешают во время работы, а она всем не прощает. Ей через многое пришлось пройти. Я чувствовал себя виноватым в ее судьбе. Мне казалось, что я испортил ей жизнь. За ней ухаживали молодые люди из очень влиятельных семей, а она связалась с таким шалопаем. Поэтому я уходил. Пытался завести вторую семью, третью, но потом все равно возвращался к ней, а она ко мне», — отмечал актер. Несмотря на то, что артист живет с Юлией больше 30 лет, они поженились только в 2012 году. Как говорил Панкратов-Черный, он отказывался оформлять отношения из-за обиды на отца избранницы, который думал, что он с ней вместе из-за корыстных интересов. Класс пост 638 261 подписчик.